Поставь ему 0 звезд. Не, я такого не делаю. Даже если таксист, блядь, что-то неправильно сделает, там ошибется, или курьер что-то сделает, я никому не ставил еще 0. Потому что, блядь, я всегда пятерки ставлю. Если ставлю, всегда максимальную оценку ставлю, независимо от того, что чел делал, не сделал. Я не привередливый, а это для них очень важно. Рекомендую вам так же делать, на самом деле. Для людей это работа, причем, блядь, работа таксиста или курьера тоже, знаете. Это вам нахуй не в картонке играть.